Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать протез ноги. Для этого вам нужен друг, который пристрелит вашу ногу. Если у вас нету друзей, попросите это у рандомного чела. Теперь строим небольшой столбик, а на этот столбик ставим стул. Далее ставим вспомогательный столб, а на этот столб клей. Важно, чтобы клей задевал только ногу. Теперь строим ногу, какую вы захотите. У меня это нога пирата. Далее прятаем блок клея и убираем коллизию. Ну вот, все и готово. Можете поделиться этим с своими друзьями, ну или с бабушками, с дедушками. Всем пока!